Hey, всем привет, с вами Шет, и добро пожаловать на просмотр 30-й серии по Шетбоксу. Эх, что-то я там где-то слышал или видел, мне кажется. Надо пойти проверить свой подвальчик. Мне кажется, там может быть что-то неплохое. Это все ты, голем, да? Ты спер мои статуэтки, а я их тебя забрал, ха-ха-ха-ха, и поставлю на место. Это что за покемон? Привет! Слышь, стоять! Стой! Я тебе сейчас... Я не успел... Ох, дамы и господа, и что ж, я поэкспериментировал со сборкой, убрал ненужные моды, которыми не пользуюсь, и теперь мы сможем играть с Рейзером вместе. Да. Вот ты так смешно, пан. Ты тоже. Ау. Ну все, давай, иди одевайся. Ну что ж, теперь мы будем, наверное, играть в Шетбокс вместе с Олегом. Вот, новую сборку... Да. Новую сборку вы можете скачать там на том же сайте, где все сборки, и сборку для сервера тоже. Так, ну что? Какая тут броня? Вот это лучше. Ну, бери огненную, наверное. Отдай свою, дай меч. А, вот, кстати, у меня для тебя дровитовый есть. На, он, конечно, послабее, чем мой, но все равно. Сейчас посмотрю, если тут есть какой-нибудь меч такой. Отлично. Серьезный. Да, я проверю. Ну-ка. Да, все нормально. Спасибо, проверил. Так, все. Слушай, смотри, отлично. Я забыл убрать Friendly Fire, надо будет убрать, а то мы монстров будем бить, на один удар будем друг друга убивать. Это ж пипец. Так, я сейчас, наверное, воспользуюсь остатками рупии и сделаю себе эту кирку меговскую. Давай. Какие планы? Ну, планы сейчас, наверное, пойти я покажу тебе все, что есть у меня. Ха-ха-ха. И потом, не знаю, наверное, подобывать. Фрагментов? Да, пойдем, короче, в последний мир и подобиваем фрагментов. Слушай, на тебе дальнего боя оружие. Оно бесконечное, прикольное. А, хрень это полная. Эй! Да. Всего лишь один отнял. Во, слушай, а я сделал кирку. Слушай, я могу, по-моему, еще одну сделаю. А, нет, не могу. Печаль. Давай поспим вместе. Сейчас там, по идее, светло. По идее, нет. Я не хочу с тобой спать. Не ври. Нет, не хочу. Я это знаю. Пошли. Хорошо, ладно. Сейчас. Уломал. Я сейчас зачарую кирку. Мне так нравится, что в этой броне ты быстрее бегаешь. Я тебе носиться буду по комнатам. Так, добыча, эффективность, удача. Че еще? А, кирку мне дай. Ого-го-го, 75 уровней, вы поехали, что ли? Ладно, наверное, тогда... А, добыча, это же не то. Все, вот, 54 уровня, у меня 59. А, хрень всякая. Дай мне кирку. А, на тебе вот эту. Реалмитовую. Еще одна хрень. Ну ладно. Если что, то можешь там взять вещи. Вот это мне не нравится, то, что все статуэтки ставятся в одну сторону. Да, согласен. Тоже как-то глупо. Надеюсь, это исправится в скором времени. Да. Все. У меня зачарованная мега-рупивая кирка. Хрень полная. Ладно, пошли дальше. Все, пойдем тогда. Пойдем сразу. Спать. Окей. Олег же еще не видел меня на драконе, да? Ты же меня не видел на драконе, да? Видел. Нет, задолбал не видел. Ты своим драконом, все, пошли отсюда. Жалко, блин, жалко. А ты мне еды не дал? А, на тебе вот эту штуку. Ничего себе, блин. Слушай, ты... Давай со своими зрителями посмотрим. Ты там заходил во все вот эти миры? До фиолетового. Вот в этом я не был. Ну, вот, короче, пойдем в фиолетовый тогда. В нем мы и будем добывать сейчас. Вот! Что такое? Помоги! Сейчас я телепортируюсь. Давай, быстрее! Быстрее нужно помочь. Голем. Олегу. О, лучники! Ты где? Вот он я. Куда идти? Пошел отсюда, голем. О, лучник! О, боже мой. О, боже. Ау. Держись. Я буду танковать. О, ты меня убил! Прости! Я же говорил, мы зря так друг за другой. Да, реально. А, господи, слушай, давай приходи, помогай. Тут что-то вообще пасихар какой-то. На, блин, во, я их поджег. Кстати, я никогда их не поджигал. Давай. Сейчас. Опа, отлично. Все, я здесь. Давай. Так. Ты их здесь много. Вау.
Так. Тихо, тихо, тихо. Ладно, вот эти с мечом убить. Спасибочки. Спасибочки. Кстати, ребят, я сейчас пока не буду играть на гитаре, наверное. А это просто такая тестовая серия, вместе с Олегом, как пойдет. Я там пил, если что, просто. А, ну хорошо, да. И у меня не хилится хп! Давай, а, давай, кстати, давай. Блин, надо было тебе массив сделать. Окей, все нормально. Ладно, сейчас вылезем, когда из мира. Когда кто-нибудь умрет следующий, то пойдет сделать массив себе. Так, так, тебе как помочь? Желательно. А, не становись так. Только меня не бей. Во, слушай, мы сейчас будем. Ау. Оу, печально. Знаешь, мы сейчас будем командный дух вырабатывать, чтобы не вставать на пути друг у друга. Как да, только фильмах. Надо включить Friendly Fire. Не, наоборот, так. Как в голодных играх, там же можно вырубить, чтобы ты не вставал на пути у меня, а я не буду вставать на пути у тебя. Окей. Так. Как тебе этот мир? Неплохо. Нравится? Да, скажи, так все клево и хорошо, такие все милые создания. Ага. Добрые. Тут есть такая, короче, полянка, там этих мобов просто дофига появляется. Можем пойти туда. Ага, вот ты где? О-о-о-о. Так, так, так. Аккуратно. Слушай, а по сколько ты им сносишь? 25 вроде как. 36. Или это ты 36 носишь? Я 36 ношу. Так, слушай, гори. Ну когда это я ударю. На, короче, бей. 27. А, во, я вижу твое. Прикольно, я вижу твой урон, прикинь. Я... Ну, а конечно. Ты, а ты мой, наверное, видишь. Ну, да. Господи, он меня достал. Смотри, я могу. С него что-нибудь хорошее падает. Смотри, я могу, Олег. Ты че? Хотя, кстати, послал, получается. Это вообще бессмысленно, на самом деле, с таким пушком. Так, я сделаю потише. Так, кстати, да. Еее! Кстати, моё. Надо потише сделать, а то сейчас, наверное, эти големы тебя перекрывают. Слушай, ну вот именно, я тоже сделал потише. Тебе хилка нужна будет? Ну а, как ты думаешь? Я думаю, что нет, ты и так выживешь. Ты же в лайка про, да? Ну да. О, привет, ты Тома. Ты а ты где? А я возле портала. Ага. Блин, я знаю, что меня раздражает, что они везде появляются. То есть ты комнатку сделаешь, не сделаешь, они все равно будут появляться. Так, а ну-ка. О, смотри, целых трое. Да, я их буду на тебя толкать. Ну я их так все танкую, всех танкую. Так, клетку не бей. Я тебя и. Ну да. Если бы я тебя ударил, ты бы уже умер. Это было бы за. Прикинь, с него картошка выпала. Да, я видел. Офигеть. Слушай, сколько у тебя душ уже? 8. 8? Mm-hmm. Ну, у меня 21. То есть. 20... Тебе нужны еще души из этого мира? Да, мне много их нужно. Смотри. В принципе, там. Да. Подожди, вот у тебя 8, у меня 21. То есть вместе 29, а это 3 камня. Еще 3 камня. У меня. Mm-hmm. Сейчас. Да, вот мне нужен раз, меч. 2, 3. И мне нужно еще 4. Мне нужно еще 4 камня. Мне нужен меч. Мне нужно 2, я себе собираю. Понял? Ну, ладушки. Долго будешь собирать. А, ну кстати, слушай, я. Тогда давай с тебе на меч соберем, а потом будем на портал уже. Окей. Тогда уже будет легче собрать там, например, вот. На броню. Да, видел, куда я пошел? Да, вот да, здесь, да, короче, я полянка, тут много их появляется. Вон, смотри, 4 штуки, обалдеть. Во-во-во-во-во. Так, ну-ка, умирайте. Ну-ну-ну. Надо какую-нибудь тактику с ними выработать. Просто бить! Оп! Спасибочки. Спасибо. Упс. Ну ладно, ты меня убил, я пойду-ка массивайз тебе сделаю, раз уж дому попал. Окей, домой давай. Попал. Так, где вот тут еще он делается? Отлично. Я вроде все с собой. Да, пока вот. Всех убиваю, все нормально. Массивайз? Так. А только... что, а я его сделать, прикинь, я его сделать не могу. А стома здесь что падает? А стома мясо и тоже души. Окей, тогда умри. Странно как-то, прикинь, я, короче, массивайз не могу в этом сделать в... Мега фистаки. О, отлично, еще душа. Так. У меня уже 24. 24? Да. Ну ты вообще тогда, молодец. Ну так. Я добил тех, которых... Ну понятно. Мечом. Блин, у меня одного уровня не хватает тебя, чтобы на прочность 3 сделать. Я тебе на прочность 2 сделаю. Окей. Не буду уже там уровни так, брать. Так, 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 а ну-ка. Оу! С этого единорога тоже падает? Со всех падают. Ну отлично. Угу. Так, что-то я тут уже всех убил, никого не. Так, нужно, сейчас нужно, раз, два, три, так, подожди, раз, два, три, четыре, о, пять, лучше, шесть. Да. Шесть блоков портала надо. У меня, короче, есть пока только на два. Ого! Ой-ой-ой. Вот это, конечно, жестоко, но давайте по одному, ребята, по одному, по одному. Давай, там полегче, о. Полегче, не убивай всех. Ой-ой. Оставь мне тоже. О, кстати, дай-ка я проверю кирку. О, прикольно. Ну, черт, лучник идет ко мне. Держись. Ау-ау-ау-ау-ау! Вот это залагало. Держись, Олег. Держись. Не умирай.
Ой-ой-ой, убегаю, понял ошибку, валю. На смену бегу. Во, я могу добывать эту фигню, наконец-то. Давай мне, дай мне этот. Кого? Ай! Ну что ты... Я нечаянно нажал. Я в этом портале сейчас буду телепортироваться полчаса. Господи, самое геморройное — это телепортироваться. Чисто нечаянно нажал. Вот точно. Слушай, а можно как-нибудь через консольку? Может, какой-нибудь геймрул есть, а? Я не знаю. Геймрул... О, тут лучник, кстати, возле портала. Так, а Doom Upspawning. Давай. Doom Upgrifferin. Doom Fire Tick. Блин, я даже не знаю. Ну-ка, умри. Так, давай, убивай, короче, лучника, а я буду этого столкну. Полетим. Да, давай подальше друг от друга. Так, пойдем на ту же полянку, а? Мне кажется, там... Давай мне хилку. А, точно, да. Она еще вообще нулевая. Я ей даже никто не пользовался, новенькая. Отлично. Прям только из магазина. Только что сам сделал. Да. Слушай, надо пойти найти руды. Да, руды — это, кстати, плюс. А если что, тут камня много, по идее, должно быть много руд. А у тебя нет брони, случайно, которая дает плюс 3 к выпадению? Она же вроде только в одном мире делает, нет? Во всех. Во всех? Да. Слушай, тогда нужно срочно... У меня она была, поэтому ее нужно сделать. Да, я видел, она у тебя была в летсплеях. Слушай, надо будет здесь делать? Надо будет сходить нам... Ну, в первом мире там уже легко выбивать, особенно с нашими пушками, ну, да. Сейчас. Нет, это она не из первого, по-моему. Из первого? Из второго. Какого цвета там были? А, хрен знает. Я уже не помню. Вау, смотри. А где он? А, вот. Приветики, ребятки. Так, голем, вот ненавижу голема. Лично, 33 души. 33? Угу. Ну смотри, по-моему, 21 душа — это 1 гем. 1 жем. Ага. Так. Ну тогда еще немного. Меня очень радует мясо, которое ест моментально. Я, кстати, поэтому и сделал эту броню, потому что из всех миров она так. А я вот получается, не... еще кирка, если на удачу 3, то это вообще отлично. Ну, вот я не знаю, это намного выгоднее, чем убивать. Ну я говорю, просто я не знал, я думал, только в одном мире это будет действовать. А ну, то я, вот, конечно, заморачивался. У меня, кстати, по-моему, были там эти из первого мира. Пошли души. На ту полянку. На какую? Ну, на ту, которую. А, ну давай, иди туда, я сейчас приду. Сейчас мы с големом договорим. Все. Кстати, с големом всякие семена падают, интересно, для чего они нужны? Какая-нибудь практическая цель у них есть? Возможно, да, надо будет почитать просто. Да, я тоже просто не читал, не знаю. Фу, они ребята! Они ставятся, красиво выглядят, но вот какой-нибудь смысл, не знаю. Кстати, Кадилио просто убивать, у них мало хп, и они слабо бьют. Из них тоже падают души. Ну да. А то у Тома у них 700 хп, а у Кадилио 400. Ой-ой-ой, я Тому ударил. О, отлично, еще, эй! О. Мне не хватает гранат, вот ей-богу. А есть же стрелы или лук, который стреляет разноживными такими, ну, да? По-моему, это отдельный мод. Нет, у Дивайна ПГ есть. Да? По-моему, да. Ничего себе. Я точно не знаю. Давай! Хилься ты. Так, у меня уже... О, слушай. Почему-то, когда я зажимаю, он один раз. Да, зажимаешь один раз, по-моему. О, блин, бред. По крайней мере, хотя подожди, у меня в синглплеере было два. Ну, не два, а сколько угодно, там пока не отпустишь. Ну да, сколько. Сейчас проверим. Ну, сам восстанавливаю, типа, а сейчас надо кликать, клик. А, да. Потому что один раз кликаешь, он защищается, ставит блок. Удивительно. Ладно, ну, сейчас ладно. Я сейчас скатили разберусь, все, иду я к тебе. Я тут всех тут мочу уже. Нормально. Все, я иду к тебе. Сейчас приведу с собой толпу людей. Людей? Ты уверен? Нет, не уверен. Так, где ты здесь был? Ага, вот, я тебя нашел. Там лучник, кстати. Ну и... Он мой! О, господи. Иди сюда. Фига себе, мы его вместе задолбили как. Не, я уже его мочил просто, поэтому... Ага. Ну хорошо, слушай, ого. Еще один. Слушай, обалдеть, у меня 50 душ. Я думаю, сейчас точно... У меня 47. Ну все, ты можешь меч сделать. Ау-ау-ау. Тебе, по-моему, 50 с лишним уровня нужно, чтобы его будет зачаровать нормально. Окей. Слушай, мне тут говорили, что, короче, есть какой-то мод. Помогай! Чё, иду. Чё, кто тебя бьет? Где ты, Олег? А, вижу. Ой-ой-ой, как их тут много. Так, черт, мне тут звонят еще. А, пофиг, ладно, убиваю. Помогу тебе сейчас, потом отвечу.
О, черт. Господи, они тут друг друга мутузят. Так, тихо. Ладно, короче, я не буду тебя пропускать, ты там, давай, отбивайся. Нет, просто я тебя могу ударить. Да я представляю. Я вообще раскидывался. На. Было бы еще сделать потише. О, отлично. Боже мой, я уже кого-то убил, кого-то не убил. Так, только осторожно, ты меня не убей, ладно? Не-не-не, все норм. Так, тут галеп, падла, толкает меня. Так, и... Так, во. Есть. Все, отлично, остался големчик. Ненавижу эту падлу. Меня бесит, знаешь, они далеко бьют голема. О-о-о, ну да, у них типа руки длинные. Длиннорукие, блин. А у меня меч может быть длинный. У меня... Ладно, неважно. Меч. Да. У тебя тоже меч. Так. Осторожно, сзади. Воу-воу-воу. Так, у него, по-моему, пол хп тебе должен сносить, да? Я не... Сейчас проверим. Ого, не-не-не, там... Ну, 5 или 6 сердечек должен сносить. Не-не, поменьше, где-то 3.5, я думаю. А? Он сносит. Понятно. Слушай, давай, наверное, вызовем босса какого-нибудь. Мне тут говорили, что, короче, и в аду из этого, из соркера... Какие ты уже... Каких ты вызывал? Я вотчера вызывал и самого такого первого. Ага. Так, черт возьми, охраняй меня, я сейчас вернусь. Самая лучшая охрана — это сейчас убить тебя. Ты окажешься дома и все. Да ну-ка умри. Так. Воу, нифига себе. Фу, чуть тут, блин, гребаный единорог меня завалил. Вообще жесть. А ну-ка иди сюда. Так, 64. Уже стак. Уже больше стака, отлично. Что ты со мной делаешь, извращенец? Я ничего не делал. Честно. Честно-честно, на записи посмотрим. Так, сколько у тебя уже душ? Стак и 6, короче. У меня тоже ровно стак и 6. Зашибись. Отлично. Ну чё, пойдем из мира? Короче, смотри, я вызывал Вотчера, вызывал самого первого босса. Мне говорят, что из Соркера, ну, вот этого психованного Блейза, из него выпадают там какие-то шняги для босса, и этот босс, из него дропается много Blue Firestone вот этих. Да. Вот я бы хотел посмотреть, что это за... Так, а куда? У меня нет блоков. Эй, помоги мне выбраться! Что? Давай помогу. Ты можешь сломать, в принципе, киркой землю. Долго, но сломать можешь. Я дерево ломаю, я не такой глупый. Дерево? Ну да, это сильно решает. Да, я делаю блоки и всё. А, оно дерево реально ломается? Да. Ничего себе. Мне казалось, что вообще ничего нельзя добыть без инструмента. Нет, можно. Где ты там? Вот. А, вижу. Давай, вылезай, пойдем. Так, а ты... Ага, ладно, не важно, я бегу вроде как к порталу. Ну вот, ты меня сейчас увидишь, я от лучника сейчас прессую. Да, тут два их, ё-моё. Ну, было два. Я второго. А, еще один там. А, или это он... А, это он стрелял, все, ладно. Так, ну что ж, сейчас главное осторожно не свалиться. Хотя, в принципе... Не, ладно, мы не будем специально умирать. Это будет слишком тупо. Да. Так, ой-ой-ой, привет, ребятки. Блин, секьюрити у портала. Надо с ними сейчас тут побеседовать немножко. Так. Полетел. Тебя так откидывают в разные стороны, что? Ты еще сливаешься с ними. Я, короче... А, ну да, я тоже фиолетовый. Так, все, один умер. И второй сейчас. И второй. Есть, отлично. Все, вылезаем. Давай в портал. Буль-буль-буль. Я первый. Ну да, конечно, я уже телепортировался. А, ну тебя в задницу. Давай, чертов портал. Так, ну что ж, сейчас посмотрим, сколько там у нас будет блоков. Давай. О, наконец-то. Кстати, что можно из этих авитовых делать? Ювитовых. Рельсы? Сейчас посмотрим. Рельсы какие-то упоротые, блоки, ладно. Упоротые рельсы, это... Думаю, я сделаю их себе. Я не знаю просто зачем, что из этих рельс делать. Наверное, на них есть, но в какой смысл? Только эта пушка, мега-пушка есть, 22... дамага, и она использует эти пыли туавитовую. Ага, Дравидаст. Но она стреляет, по-моему, сразу 4. Ну, не знаю, тут так, анвитовый лук есть. Азуритовый стрел нужно, господи, не, вообще много жрет. 40 эффективность, надо сделать кирку. Так. Блок... Блок Damage Protection. Господи! Защита от урона от блоков, вы серьезно?
типа на тебя гравий упадет, и ты не сдохнешь сразу, да? Бред. Так, ну что? Нет, даже это. Раз, два, палка. Три, мне нужна четыре. Палка. Четыре, пять. А, пять. Ты не помнишь, сколько там говорил? Раз, два, три, четыре, пять. А, шесть. Еще один нужен. Слушай, мы сейчас портал сделаем. А, так, сейчас. Но я думаю, в новый мир пойдем не в этой серии, пойдем когда-нибудь потом. Сейчас я возьму палку. Палка, у тебя не работает это. А у тебя нет инвентаря, Твикс, да? Есть. Хм, окей. Странно. Так, отлично. Я сделал себе меч. Наконец-то. Наконец-то. Так. Куда это деть? А, тут был еще азуритовый меч, но он был без очарования. Ну ладно, ты уже сделал новый себе, нормальный. Да, отличный меч сделал. Слушай. А, вот все, Twilight Clock. Так, давайте сейчас я посмотрю, как сделать эту. Как смотреть эти у тебя? Крафт рецепты, да. На У. Ну, как бы. Г русская. Это смотреть. И смотреть то, что можно делать из этой вещи. Так. Ну нет, что ж. А, блин. Как... Чего? О, вот, все. Есть. Я сделал все. Такие. Слушай, ну короче, сейчас все будет. Как же. Чем же он вызывается, этот кинг? Да-да-да-да-да! Портал. Скорчер. Портал, слышишь? Давай вызовем кинг Скорчера. Да, давай. А из чего он делается? Ты нашел? Нет. Нет? Я нашел только его статуэтку. Так, хорошо, статуэтку нашел. Давай сейчас я посмотрю. Там, по идее, он делается, что ли, из тех вещей, которые из него выпадают. Это душ. Стоп, дай-ка я посмотрю. Нет, там из него, из этого кинг-соркера что-то выпадает, там какая-то фигня. Mm-hmm. Что из него выпадает, кстати? Подожди. А, вот, Purple Blaze. Так, из Purple Blaze можешь делать книжку. Ауру какую-то, бесконечное пламя. Хелтинг Стоун, так. Слушай, офиги узнаю. А, давай знаешь, как сделаем? Я сейчас, конечно, буду плохим. Я, короче, включу этот мод, креативку, и посмотрю. Там вроде есть отдельная такая вкладка. Вот, босс-спаунеры. Босс-спаунеры. Ага. Как... Да, Infernal Flame, по-моему. Infernal Flame, и оно... Сейчас, короче, покажу тебе, как делается. Для Infernal Flame нужны нам... Да, точно, из меча. Пурпурная пыль, да, пурпурная пыль и меч. Точно, я вспомнил. Все, слушай, для меча у меня, по-моему, да. Был редстоун. Я специально копал. Да, вот, мне три блока редстоуна. Mm-hmm, вот так он делается. Отлично. Сейчас сделаем. Короче, огненный порошок у меня. Господи, хоть бы mm-hmm. был огненный есть порошок. Есть фак. А, не, есть. У меня есть огненные жезлы. Слушай, я сейчас сделаю. Так. Вот. А, огненные. Все, я сделал меч. Но нам нужно сейчас в ад пойти по-любому. Потому что у меня 4 всего пурпурных штуки, а нам нужно 8. Ну, эх ты. Ну чё, пойдём. У меня их очень много, но мы в твоем мире. Да, но не в этом мире. Так, ну что ж, пойдём. Вот. Побежали. Я думаю, мы сейчас быстро там найдём. Заодно проверим, кстати, насколько я могу выживать в своей броне без резиста полного к огню. Потому что у тебя полный резист к огню, тебе вообще не страшно. Ну, типа да. Блин, ну вообще, вот знаешь, вот видишь, убил, блин, босса называется. Я вот тут его вызвал. Вотчера. Блин, копатель. Вон, я вижу Блейзика. Нам сюда надо? Я видел Блейзика. А зачем? А, так, да. Блейз где? Ого. Ты мне спал. Я два сердца всего потерял. Прикинь. Я одно. Лол. Ну тогда, слушай, мы можем прыгать вообще безбоязненно. Только наверх будет забираться геморно. Так. Во, я сейчас газ, привет. У меня уже очень много адского кирпича, поэтому... Привет, брат. Блин, я не дострелял. О, это чувак, который... Привет, Гаст. Ну, да что ж такое, я вообще косой. Ну да, давай, Гастик. Господи, хитрожопый. Так, иди сюда. А, ну пошёл нафиг. Ты видишь Блейза? Нет. А, там паучки. Ты нормально выживаешь? Если чё, просто... Да, вообще без проблем. Если чё, говори, я помогу. А мне-то вообще пофиг, потому что у меня 80% резиста к ближнему бою. Да, только от... Да, и поджигают, точно дальнего. Поджигают. Они поджигают неприятно. Слушай, тут гастов вообще много так. От лучников защита очень плохая. Ну я специально, по-моему, для этого сделал. Так, паучок. Ой, вот пожи... Слушай, а меня он прожигает, и я сразу же перестаю гореть. Клёво. Эй-эй-эй! Ничего себе. Ты Блейза видишь?
Нет, вообще. Я там одного видел, он куда-то делся. А, я тебя вижу, вон. Все, иду к тебе. Слушай, я бы не отказался все-таки от зелья огнестойкости. Не, мне не надо. Спасибо. Ну, нам для этого нужно будет найти крепость. Так. А я, по-моему, крепость вообще обычно они вот спавнятся там на таких больших территориях. Ой, не говори, они везде обычно спавнятся. Да? Да, я их везде... Ну, периодически они у меня в любом месте появлялись. Так, ладно, я бегу. Ой, у меня нет вейпоинта, ну, ладно. Ладно, если что, я тебе приведу. Кстати, у меня тоже нет вейпоинта. Блин, у меня же вейпоинты, они все в моем мире остались. То есть, то, что на сервак поставил, там их нету сейчас. А. Так, слушай, может быть, подобывать светящиеся камни? Я чувствую, как будто реально стекло разбиваю рукой. Просто... Какой божественный инструмент, слышь? Да, ты еще не делал кирку, блин, на 40 эффективность. Да ладно, зачем кирка на 40 эффективность, когда есть такая штука? Ты ж прикинь, она вообще все добывает. Так, отлично. Нашел? Нет. А что, отлично? Да я убил этого лучника. А, ништяк. Так, ну сейчас, блин, я хочу его найти. Соркеры. О, удачи, что, 3, отлично, можно добывать. По-моему, он боится меня. Боится моего меча. Да, как, не, там может тупик? Тупик нету? Да ладно, никого... Ой-ой-ой, так, вниз не хочу падать. Ладно, пойдем к порталу. Давай не будем далеко от портала уходить, а то мы сейчас заблудимся и будем геморройно искать путь назад. Окей. Так, вот сейчас попрыгаем тут. Я хочу убить того лучника. Ну-ка, иди ко мне. Лучника? А, адского. Ну смотри, ты помнишь ориентир домой путь? Примерно нет. Примерно нет? Ну ладно, если что, я тебя к себе телепортирую. Все-таки. А, мне надоело гореть. О, отлично. Так. Соркерер, ты где? Гей, чувак. Я тебя спрашиваю, ты где? Так, ладно. Вот я еще что-то нашел. Во, ладно, сейчас влезаю, короче, ау, 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 больно. Все, умри. Боже, я тащусь от этого инструмента. Он, знаешь, так, он такой быстрый, такой резкий. А о чем? Ну, от кирки этой рупевой. А. Не, рупил. Нет, это, блин. Чего? А слушай, а еще есть какие-нибудь инструменты, которые тоже на все. А, бесконечные? Да, которые на все. Ха! Тут, короче. О-о-о-о! Нифига себе, как эти лучники меня покосали сейчас. Вдвоем. Я же тебе говорю, что у тебя от лучников очень плохая защита. Пипец! Как бесит! Особенно, когда он пропрет, он начнет стрелять бесконечно. Просто раз, два, три. Зараза. Ладно, все, отдался. Так, отлично. Давай, Олег, давай ходить вместе. Нам да, сейчас... я вижу тебя, да. А, видишь? Ну, отлично. Нам просто вот. Сейчас нужно найти этого. Вот я. Соркерер. Гей. Так, отлично. Еще летучая мышь только что решила, что сможет завалить меня. Ну да, с летучей мышью. А! Что, завалило? Я упал. Так, приветствую на зомби, паучки. Слушай, блин, а какими же сильными эти мобы казались буквально серии там 10 назад? Когда я еще не начал ходить в миры. Я, блин, считал, что этот мир для меня был вообще просто нереальным. А сейчас этими... так просто вообще? Просто, получается, у меня не было мода на вот это, на Enchan Plus, да? И я зачаровать себе не мог броню полностью, то есть там на защиту еще как-то. А уже на рупию накопил, но... Так как от этих лучников она вообще не защищает, у меня здесь, блин, бывало сразу убивали, просто я выхожу из портала и все, умер. Блин, пипец. Ну, знаешь, это вот, мне кажется, что мод Divine RPG, он как бы создан для работы с Enchant Plus, потом плюс еще что-нибудь, ну, плюс это да. Вещи, которые остаются. Ой, трое лучников! Так, все хорошо, я сказал, вали отсюда. Фух, есть. Ну вот, потому что иначе это слишком как-то сложно получается. Прикинь, допустим, ты копишь на броню, тебя убил, а ты взял за мир, выпал и умер сразу, это ж пипец. Да, я тебе за это говорил, помню. Ты, господи, достал ты меня, лучник сраный. О! Я тебя тоже с лука убью. Я нашел частичку этого гаста. Какого гаста? Ну, этого фиолетового. А, в смысле частичку? Ну, его шарик, он тут крутится. А, да, это вот, это, по-моему, ну, забагованная фигня. Там обещают починить. Это, кстати, по-моему, даже в Майнкрафте, по-моему, проблема. Ау-ау-ау-ау. Господи, лучник вообще такой даун.
Ну, знаешь, я, короче, иду к нему, ну, не хочу его убивать. Он взял, ко мне подошел, начал на меня агриться. Ну, я такой, окай. Начал по нему стрелять. Ну, он уже вроде ждебный. Да, ну... Ау! Нет, просто такой, так издалека прям меня увидел. Что это было? А, это газ. Я нашел Блейза, ей, детка. Нашел? Да. Где-то его там откопал. Я сейчас воюю с этими лучниками. На. Сколько нам нужно вообще? 8. Ну, еще 4. Еще 4. 4 штуки есть, нужно еще 4. Это будет, конечно, сложновато. Так. Ну, так, и... У тебя... Есть, одна есть. Отлично. Одна? Слушай, блин, надо было, чтобы я убивал. Где-то там, далеко? Да, не знаю. Я еще тоже не знаю, где я. Ау-ау-ау-ау-ау, газ ты, типа, тише. Сейчас надо подняться повыше, господи, а то я сейчас на уровне лавы лазаю, вообще тупо. Ей, сдох наконец-то, задолбал он меня. Кто, гаст? Да. Есть такое дело. Ладно, так. Я сейчас куда-то вылезаю наверх, хочу тоже найти эту. Пойдем в район порталов. Воу-воу-воу-воу-воу. Ты помнишь, где порталы? Нет. Нет? Нет. Тебя телепортировать? А, нет, вот порталы. Вот-вот-вот, я их вижу даже. Да-да-да. Так, а вот я сейчас куда-то... Господи, слушай, я чуть... Вон еще одни. Дезориентирован. Я поднимаюсь наверх и вообще не могу выйти наверх. В смысле... Во, вышел. Во, я прямо рядом с порталом, я знаю это место. Короче, иди к основному порталу. Хорошо, я вижу портал. Так. Будем просто где-нибудь здесь, чтобы не потеряться. Я вон внизу, если ты меня видишь. Сейчас посмотрим. Ну, у тебя, в принципе, если что, есть и кирка. Вон, да, вижу. Ты утыкан весь стрелами. А-а-а, черт. Нет, это не свинозомби тебя бьет. Это мышь. Ничего себе мышка. Ты че, она, блин, задала, она взрывается, ты представляешь? Ау! Да, взрывается. Че, еще ударило? Да, вроде кто-то ударил, не знаю кто. Ну, свинозомби тебя просто так бить не будут. Ну, это да. Так, я тебе пока дорогу буду освобождать, ты где там? Поднимаюсь куда-то. О, блин, с этими ботинками, когда ты быстрее бегаешь вообще. Непривычно, да? Да. А, вот он ты. Я тут тебе ландшафт немножко попортил, да? Ты не против? Да ладно, я не в обиде. Окей, все, отлично. Так, ой-ой-ой, пошел отсюда, фаербэт. Я тебе сделал хп минус 80, минус 58. Так, иди. Давай я тебе дам этот фиолет. Ну, давай. Так. Вот, благодарю. Что ж, теперь у меня их 5. Так. Пойдем, короче, в ту сторону. Там есть такое большое место, где почти наверняка они будут спавниться. Кстати, ты тоже утыкан стрелами. Да? Да, тут есть такое дело. Вообще. Это тоже такая подушка. Да уйди отсюда. Они упоротые какие-то. Да, есть такое дело. Слушай, а где Блейз? Эй, чувачки, мы хотим с вами побеседовать. Так, это что такое? Что-то... Ничего себе, да полегче, Боже, я даже так быстро не стреляю. Так, отлично. Что, отлично? Меня тут сейчас... Я убил тут одного просто. Я сейчас сброшу тебе еще двоих. Нет, спасибо. Во, я нашел Блейз. Чувак, привет. Вазап, так, паук, иди нафиг. Я хочу убить Соркера. Так, раз, два... Да, убил. И? Сколько выпало? Еще одна выпала. Черт, почему добыча не сработала, обидно. Ау-ау-ау-ау, тихо. Так, слушай, я уже набил полстака шардов этих красных. Да так. Я тоже. У меня 47. Че, нам осталось совсем немножко их. Еще одного-два найти, и будет ништяк. Вот где-то здесь большие пространства открыты, я думаю, они тут будут. Да не должны здесь быть, но их здесь нет. Сейчас найдем, подожди, не переживай. Я вижу простых паучков, я вижу руды. Грибы вижу. Грибы. Угу. Грибочки. Помнишь, смотрел Гоблинский Властелин колец? Нет. А, ну тогда ладно. Оп-оп-оп-оп-оп. Распрыгался, блин. Так. Ну, я, кстати, один раз упал так в лаву. Ну, у тебя броня была, да? Я так угорал. Так, пошел вон, господи. Я уже думал, все, блин, потеряно. А выжил? Да. Как? Я, знаешь, вот чисто прыжок был, наверное, на 3 блока. Надо было разогнаться и прыгнуть. Ну, а ты... Я спейлил, короче. Чисто лечу и такой... типа нажал паузу и думаю, ё-моё.
Ау, оу, мой меч, иди сюда. Ну и короче... Хилку просто использовалось, нормально было. Офигеть. Выжил? Да. Так, ну что ж, пойдем, наверное, обратно, может быть, там еще где-нибудь заспавнится. Они просто рандомно спавнятся, то есть мы там, где когнерируются чанки, они там появляются. А может, и не появляются. То есть вот, нам не нужно идти далеко. Просто нужно сюда ходить. Окей, я бегу за тобой тогда. А, да что ж такое, слушай. А, мне бы какой-нибудь лук сильный и быстрый. Так, только не говори, что я сагрил. А, ха, смотри, 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 слышь? Что? А, ну ладно, тут, короче, этот, пигман, зомби-пигман пошел на этого чувака. Он его сразу пристрелил. На, засранец. Это была бы битва просто года. Так. Года? Да он его сразу убил. Да. Битва года. Так, все, отстань. Так, 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 а ну-ка. Эй, Соркер, ты здесь? Привет! Хватит тут стрелять. Нету. Блин, где же они все обитают, а? Паучки какие-то. Я чувствую, в этой серии мы вряд ли вызовем босса. Да. Ну, следующий. Да, следующий. Обалдеть, но сейчас надо найти. Желательно бы найти. Да. Ну, если серия затянется, то, в принципе, можно за кадром. 36 минут уже идет. Окей, всем пока. Не, подожди. Сейчас, пойдем к порталу, сейчас попробуем найти. Не, реально, просто очень долго уже. Да-да-да, ну все равно сейчас, давай, найдем. Ну, хотя бы к порталу вернемся. Есть. Да, легко сказать, вернемся к порталу. Где он находится? Ты что, не шел за мной? Нет. Блин. Ладно, ребят, я думаю, тогда мы на этом закончим серию. Я пойду искать Олега, и мы найдем соркеров. И в следующей серии мы с вами вернемся и вызовем босса. Так что следите за развитием событий. Всем пока. И да, если с первого раз подписывайтесь на канал, ставьте пальцы, ставьте комментарии, рассказывайте или друзьям. С вами был Шет и... И Олег. Пока-пока.